Похоже, что Майорка сегодня обречена. Телья. 3-0. Ну что, может быть, мы закончим на этом, действительно. Все ведь ясно. 3-0. Расклеилась Майорка. Не дала она сегодня бой. Ну, кто знает, может быть, сейчас получит самое крупное поражение в истории на своем поле. Там, по-моему, 6 мячей поражение было. Однажды. Кристиан Тельо. Наряду с Дани Алвесом, наверное, главный любитель татуировок в этой Барселоне.